Здорово. Сейчас делаю задание на бусте 2600 ПТСиков. Запушить до 35-й, и можно поиграть лечение как раз. Очень хорошо пушит. Пишите в комментариях, кто хочет увидеть кого героя. Но захотелось на бусте поиграть Ченом, могу показать. Купил Куру. Типа, что сделать? В целом, да, сейчас буду двигаться. Можете давать какие-то челленджи. Будет интересней. Есть танк, есть, есть. Клинкс. Что у нас? Клинкс не пойдет в хард, наверное. Мне похуй, на самом деле, что говорю. Не буду предсказывать. Очевидно, почему. Что не выигрывает соло. Все, за меня Сларк с топориком идет на линию и сразу же паунзел. Это значит, уже сильный игрок. Что, может с легкой линии начать убить Леона какого-то? Думаю, это хороший выбор. Надо крипов заблочить. Клинкс, иди, пожалуйста, на топ. Че, на модельке, кстати, прикольная, в ней очень удобно блочить. Длинная сосиска, блядь. Сосиска хуярит по карте. Не, серьезно, смотри, он огромный. Я знаю. Я ему хуёв заблочил, кстати. А, нет, нормально. Самый идеальный заблочил, получается. Клинкс, бать. Сложный. Сложный пошел. Кайф. Приказ есть? Есть. Все отлично. Блять, Месси. Что это, блять? Ладно, надеюсь, что показалось. Сол антимаг или что? Не соло. Клинкс, можешь попробуем бить Леона? Первый пошел. Нет смысла за ней бежать. Есть там какие-то клипы еще интересные. Големы, кентавры. Все хуй там. Солдара убили, красавчики. Достал. Окей, дусик. Сейчас то придумаем. Вот, хорошо рано. Бать, засасываю чем.
Это было знакомое. Предлагаю по тавр задавить. Ну, ману очень мало. Что убьем его? Поэтому он убьем. Не достал. Не, не, да. Нормально. Что ты подходишь ко мне? Там закрепы, может еще какой-то хороший, сильный. Все, ребят. Я хочу бить его, меня заебал сосать. Получает пизды. Какую? Сатиром потом будешь? У него хп мало. А какую сатиром? У него хп мало. Вайпер миди убить. Он стрел летает. Сложный выбор. Ладно, так убьем. Еще можно миди-вайпер убить, если хочешь. Чем, ты что, затрол, что ли, не помню? Ты точно с блокой РМ? Да. Ты точно засекаешь? Ладно. Ты не ошибся в рейтингах? Какой-то порт надо хулять. Ты бесит меня. Да я таких это здесь вижу, как бы. На 3, 500 еще можно. С завода пришел поиграть в доту, что-то доебался на меня. А, все, все, я тебя понял. Работяга, да? Работяга. Без. Я без маны. Поздравляю. Ну, блядь, не буду. Шрайн есть? Шрайн здесь, я на шрайн. Дом. Работяга, да, на чене? Понял тебя. Работяга, говорю, на чене. Я иду. У меня выйду на нее, если будет плюс. Шайн есть у него? Шайн есть. Ой, блядь, что это за сюрприз? Волто! Сейчас, что не сделаю. Ну ладно, я на... Так сразу я грузил на курю? Убью их нах. Сейчас подойду. Чай, я вам как сладкий ходит.
не достает поржом. Крип не достает поржом. Чего? Ничего. Не видит, блядь, или что? Почему так двигается? Чел, погиб. Честно, не так. Я, блядь, не понимаю, кого мне бить, кого не бить. Спасибо. Хотел убить Елеона, в итоге решил антимага, антимага. Нормально в смоке бегаем. Вот он, вот он. Нет. Батя, они там все-таки на меду четвером, что ли? Хоть что так. Дебилы, блядь. Ведьмак пошел дангать. Обоссали пацан пошел. Живи, живи, бро. Слабый уровень игры тут. Медас, прикольно. Предлагаю, если на мека будет пойти пятером и закончить. Да, можно пойти закончить по-быстрому, они уже ничего не могут. Будьте моральны. Ну, убьем вайпера. Слава, мой творог сейчас понятно. Слава, он разберет меня вайпера. Да здесь должен. А, ну вот они, похуй, они стоят. Изи. Хуизи. Так точно.
Нахуй я сформлю, когда можно закончить. Прошается. Блядь, куда иди нахуй сюда? Ты что, сын шлюхи, делаешь? Не беси меня. Я больше не буду, извини. Я ж какой-то злой став в голосе. Не раздражай меня. Извини, брат, я больше не буду. Просто ты забираешь больших кипов с леса, мне некого жрать. Намека есть сюда. Что там с талантом у него? Там с... Сларк ему доебался. Сларк каждый день. Ярил вообще. Тихо, Сларк. Ты же не можешь меняться. Это я это не стакнул. Мы проебали, походу. Бауны вышли. От кого мне жрать? Забрал. Кидал, забрал, кого мне жрать? Да жри его. А не буду я кофеком забирать больше. Я такой злой. Мне похуй, жри его. Я не... Вообще поебачил. Просто хавай. А, не понял, понял. У меня нет детекшн. Ладно, что? Наверное. Ну да. Успел меку нажать даже. Неловко вышло. Бесит крипа. Хочешь, что Сларк за дроп мне игру выигрывает? Чё? Мне Сларк игру выигрывает. Я вот. Какой счет? 7-0, да он бустерит? Да, по-любому. Хуя, я со тарчиком. Ну, слишком сложно. Угу. На рыбке. Рыбка. Это тебе не начали, да. На самом деле, так давно у него не играл, он такой неинтересный, оказывается. Очень скучный, короче. Чё, он типа визажом, там прикольно, да, бегаешь, дерешься, а тут нужно как-то просто микрить. Что визаж как герой сильный именно, даже без птиц иногда. А этот просто, не знаю, либо ты догонный, либо ты бесполезный. Ну, типа, с крипами, ладно. Сейчас волком будет прикольно. Давайте вместе пойдем. Мне очень горло, на самом деле, болит, что-то говорить не в кайф. Даже чай что-то не особо работает. Тем же не важно. Давайте пятером соберемся, ребят. Давай. Нормально, прикольно ты делаешь. Да, страйк, оп. Ладно. Все, наша катапульта поехала. Мы закончим с ней. Или нет. Thank you.
возвращайся еще. Это идет для сварка. Я себе тут ебалом в стрелу прыгать. Сларк бустер, да? В соло игру и хуярит. Да не сказал. Не, вы просто все хорошие. Сам, съебал на базу. Вы просто все хорошие. Вы просто все хорошие. Лишь аргумент. Охуенный. Демокрип? Охуенно. Ты его схавал, что ли? Нет. Мне крипы нужны, чтобы быть полезным. Что, волки есть? Алло. Друга в помощь. Максимар, пацан. Да. Камни въебасу скрипу. Да, блядь. Снеса. Ого, хуй. Сардар без даггера еще. Плохо сардарился. О, можно это? Прятаться меня. Извини, друг, я случайно. Я думал, тебя убьет. Он какой, блядь. Ты меня заебались, не знаю. Зен. Яри просто с Тимонами. Они на них не обращают внимания. В итоге они их просто сожирают весь замес. Это вообще супер легкая, да, какая-то адекватная команда. Че, обычно тема дауна, да? Блять, я точно играю на будущее, похоже. Держ что, да? Я на какой-то заторок поздно, блядь, крипов контролить умеет. Последний пилит в команде. Тебя Сларк хуярит. Че, чем, блядь, вообще, чем на предыдущий ММР, блядь, чем на крипов контролит, это вообще нахуй, так, я не знаю. Как надо, догон покупать? Нет, просто обычно если пикают ченов на 2000, то они просто входят и пилят. Что если пикают чены, его же не пикает никто. Джигер еще типа слабый. Реально. Без всяких там шуток это, да. Спасибо всем. Интересная игра.